Денисов, Харьков, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2012 и 2014 годов, Харьков! Под номером 7 в российской сборной выступает нападающий Иван Телегин, Новокузнец! Новокузнец здесь есть! Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2010 года. Номер 7. Запоминаем наших звезд, которые выйдут на лед завтра. А вы, друзья, подходите ближе, не стесняйтесь. Места хватит всем. Под номером 9 защитник Виктор Антипин, Усть-Каменогорск. Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2012 года. Запомним девятку. Ну а я представляю вам нападающего, выступающего под номером 11. Сергей Андронов, Пенза. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2009 года. Друзья мои, Сергею Андронову поаплодировали. Аплодируем всем нашим игрокам без исключения. С огромным удовольствием представляю вам игрока под номером 13. Легендарный Павел. Лучший нападающий чемпионата мира 2010 года. И сколько еще регалий у номера 13. Там бесконечно.